Здравствуйте. Мы начинаем очередной урок школы покера. Напомню, что в предыдущих уроках мы уже проработали такие темы, как теория вероятности и покер, стартовые руки, типы игроков, шансы банка. Прошли розыгрыш различных покерных комбинаций, как старшие пары, средние пары, младшие, одномастные связки. Разобрали категорию рук на флопе, поговорили о психологии игрока и проработали фундаментальную теорему покера. Сегодняшняя тема – это величина нашего стека. Поэтому я прошу за стол своих студентов. Разберем этот вопрос по косточкам. Здравствуйте. Сначала несколько теоретических понятий. Когда много фишек, это хорошо. Катя, я думаю, разделяет мое убеждение. Да. Но надо сказать, что это один из самых важных инструментов в игре. И все наши соображения о шансах банка, о вероятностях, с которыми мы получим ту или иную руку, не работают, если, например, нам нечем воевать. Это как патроны в бою. То есть, помните такой анекдот про китайскую армию? Цин Линь, сколько у тебя патронов? Он говорит: три, товарищ генерал. Вот тебе еще два, и чтобы к вечеру мост был взорван. То есть, ну, совершенно невозможно взорвать мост, если у тебя там три или пять патронов. И совершенно невозможно, там, например, заходить на одномастных связках, если у вас осталась одна единственная фишка. Потому что весь смысл розыгрыша одномастных связок заключается в том, чтобы купить крупную комбинацию, стрит или флеш, и выиграть большой банк. То есть 5 или 6 раз вы не купите этого стрита или флеша и будете проигрывать понемножку, и один раз вы выиграете большой банк. Для того, чтобы это сделать, вам потребуется большой стек. Поэтому игрок, который в процессе игры не знает, какой стек у оппонента, он уже сразу может сказать, что это плохой игрок, потому что кто-то сделал под вас большую ставку. Вы можете купить флеш, но вы должны посмотреть, сколько вы выиграете, если купите. Что в противном случае ваш кол будет бессмысленным. Вот. В турнирах, например, это еще более важное понятие, как величина стека. И я вам посоветую такую замечательную книжку, как Дэн Харрингтон, «Холдем по Харрингтону», где он, ну, в основном говорит о безлимитной и турнирный покер в безлимитном формате. И он вводит там такое понятие, как М. Ну, пока мы не вдаемся в особые подробности, но М – это такая категория, которая характеризует, ну, длительность вашей, если вы не будете входить в игру, сколько кругов вы еще можете прожить. Ну, например, блайнды 100-200. То есть один раз за круг вы будете ставить 100 и один раз 200. То есть для того, чтобы пройти круг, не вступая в игру, вы должны будете потратить 300. То есть если вы никогда не вступите в игру, если у вас всего, например, 900 этих фишек, то вы сможете прожить 3 круга, после чего, как говорят игроки, вас съедят блайнды. То есть блайнды съели ваше состояние. То есть вы же должны ставить ставки в темную. Рано или поздно они кончатся. То есть вы должны будете в какой-то момент входить в игру для того, чтобы, ну, защитить свое состояние. Да? Я могу спросить? Конечно. Ну, окей. А может хорошо как играть в покер, как Майк Тайсон играет в бокс? Конечно. Как потихоньку бить, потом пуф в конце, и они все выбивают. Да? Как потихоньку, чтобы не сразу весь банк, как, ну, чтобы чего-то бы осталось, но так потихоньку-потихоньку потом сила набрать и выбивать людей. Да, конечно. Да? Именно так и действуют покерные профессионалы. Или это был Эвандер Холифилд? Я думаю, Холифилд так играет. Нет, много покерных профессионалов, много есть звезд, игроков с мировым именем, они так и играют. Они на начальных стадиях турнира наращивают свой стек, и когда у него есть уже большой стек,
Он может творить со столом все, что угодно. Я напомню вам розыгрыш с пустышкой Фила Айви, когда он пришел с большим стеком, когда он на этом столе уже выиграл много фишек. И он позволил себе зайти с ранней позиции на 9-3 и легко обыграл, потому что он как чип-лидер уже давил на стол. То есть каждый игрок понимает, вот смотрите, например, вот у нас турнир. Например, у вас 1000 фишек, у Макса 1000, у всех по 1000, а у меня, например, 10 тысяч фишек. Если мы с вами встречаемся в банке, то если я проиграю 1000 фишек, то для меня это 10% моего состояния, и я легко это переживу. А для вас это вылет из турнира. Вот вы ехали в Лас-Вегас, вносили там 5 или 10 тысяч долларов вступительный взнос. Дом продала, платили, детей, дом продала детей, в рабство отдали. Там, все. Вот. И даже у вас хорошая карта, но я двинул на вас all-in. И вам не хочется вылетать из турнира. У вас должна быть очень хорошая карта, чтобы мне ответить и поставить вот всю свою жизнь, судьбу на карту. А для меня это только 10%. Поэтому я могу этим пользоваться. Вот я понимаю, что у вас неизвестная какая-то карта. Но вероятность того, что у вас два туза, не очень большая. Один раз в 220 раздач вам будет приходить два туза. Поэтому вот сейчас я думаю, что у вас не два туза. 219 к одному, что не два туза. Вот. Поэтому я поставлю под вас много и знаю, что вы все, кроме двух тузов, наверное, выкинете. То есть я могу этим спекулировать, могу этим умело пользоваться. Точно так же хороший игрок не в турнире, а в обычной кэш-игре, он свою стратегию розыгрыша до флопа, на флопе, на терне, на ривере, он планирует таким образом, чтобы, ну, например, вот представьте, мне на флопе надо что-то ставить. У меня 2000. Я думаю, ну, пока у меня ничего нет, но у меня какой-нибудь дро, мне надо ставить. То есть, а на терне, если мне не придет, мне опять придется ставить. А на ривере, если не придет, мне придется блефовать. Ну, не всегда же придет. Вот. Но на терне я должен поставить больше, чем на флопе. Ну, это же очевидно. Вот. Поэтому я должен разделить свою ставку. Мысленно одну я ставку поставлю на флопе, две на терне и четыре на ривере. То есть вот примерно на 7 частей я разделю свой стек. И тогда я буду знать, что на флопе мне надо будет поставить столько, на терне столько, а на ривере столько. Потому что если я на ривере, у меня останется одна фишка, это будет маловато для блефа. То есть я всегда должен оставлять как бы молот будущих ставок, чтобы у меня было пространство для маневра. Да, Макс? Я думаю, также хорошим ходом с мелким стеком тоже разворот в all-in еще на флопе или когда не открыли даже три карты. То есть нам не очень хорошая стратегия оставлять мелкий стек, и тогда уже просто оппоненты будут с нами разыгрывать all-in. Вот уже придумать что-то, когда у нас средний стек или чуть ниже среднего. Не опускаться просто до самого низкого стека, когда уже будет очень мало маневров и только один ход как all-in. Видите, у нас даже с Максом некоторая разница в представлениях о бедности и богатстве. Я когда выбрал себе стек 2000, я считал, что это очень много. А Макс говорит, что там, ну, до маленького такого стека это даже стыдно опускаться. Я-то имел в виду какую-нибудь кэш-игру, там, например, $5, $10. Что если я сделаю какой-нибудь рейс 50 или там 75, 2-3 человека войдут, я поставлю ставку размером банк, там $300. Ну, на самом деле, в турнирах 2000 в конце, когда уже блайнды, например, 1002, то это у меня просто, у меня даже нет маневра, у меня запас на один ход. Я должен пихнуть это, как говорят покеристы. Когда мне придет, ну, как бы, карта, лучше которой я уже могу не дождаться. Поэтому, кстати, тоже надо иметь представление. Вот помните, у нас был урок, мы проходили стартовые руки. Ну, понятно, что два туза хорошо, а 7-2 – это самая плохая. Но вот представьте, я сижу, и у меня всего, например, осталось вот 2000. А блайнды 1002 уже. Какая-нибудь там поздняя стадия турнира.
Во-первых, мой М, если вот это посчитать, сколько кругов я проживу, он меньше одного. Я даже одного круга не доживу. То есть, когда мне придет большой блайнд, это будет моя последняя раздача. Поэтому, если у меня, например, осталось 2 или 3 раздачи, мне нужно мысленно прикинуть, какая же средняя рука из всего этого спектра рук. И посчитать, что вот сейчас чуть выше средней, осталось 2 раздачи, лучше может не прийти, пихну-ка я сейчас. И кроме того, есть ряд соображений, которые знают молодые люди, которые играют в интернете, что тут должно соблюдаться несколько правил. Во-первых, это должно быть право первого входящего. То есть, если кто-то уже пошел в этот банк, и я могу только лишь его закалировать, у меня начисто исчезает мат ожидания паса. То есть, уже нам точно придется сравнивать руки по вскрытию. Он уже не выкинет. Если я двину первым, то у меня есть неплохое мат ожидание, что они просто выкинут. Вот, например, достаточно распространенная ситуация – турниры «Sit and Go». То есть это когда 10 человек набирается за столом, сразу начинается турнир. И там обычно первые 3 места в призах. То есть вот 10 человек, там, например, если они по $10 собирают, собирается $100. Первое место получает 50%, второе место 30%, третье 20%. Четвертое место не получает ничего. И вот возникает вопрос, у нас осталось сколько-то фишек, а всего 4 человека. И вот нам нужно найти возможность либо пересидеть кого-то, он вылетит раньше нас, и мы получим сразу приз за третье место, это 20% призового фонда. Это от стеков зависит, с которым ты там сидишь. Ну, а также от стеков оппонентов. Вот. И, кстати, про турнир у нас будет специальная лекция. Вот. Но в турнире все значительно отличается от кэш-игры. Например, скажем, первая раздача в турнире, у всех одинаковые стейки. Вам пришли там 2 дамы, а мне туз-король. Казалось бы, ну, обычная ситуация. Оба, наверное, пойдут в all-in. 2 дамы дадут рейс, туз-король переставят, стейки не очень большие. Оба они пойдут. Оба сделают ставку с отрицательным от ожидания. Спрашивается, как такое может быть? Вот у нас, у меня 2000 и у вас 2000 стартовый стек. Самая первая раздача. И мы оба выставились. А зачем сразу оба? Нет, ну мы, у нас будет розыгрыш такой. 2 дамы дали 200, туз-король переставили 800. 2 дамам что делать? Если они закалировали 800, то оставшуюся 1000 они так и так поставят. И потом они же не знают, там валеты, десятки, может, они старше. Ждать, что туз этот придет или не придет. Я думаю, 2 дамы сразу же поставят все деньги. Вот. И точно так же поставят туз-король, потому что они уже по шансам банка знают, что у них 40% есть против любой пары. Вот. То есть, и при этом оба они сделают ставку с отрицательным от ожидания. В этом есть некоторый парадокс, потому что спрашивается, а кто же тогда получил вот это положительное от ожидания? Ну, если немножко проиграл вот этих долларов с клански один и немножко проиграл другой, кто же тогда выиграл? Все остальные игроки за столом, совершенно верно. Потому что если, например, ну, мы только начали турнир, в который все внесли по $10. Если мы все игроки равны силы, то у меня мат-ожидание с этого турнира $10. Ну, то есть ровно 1/10 от общего призового фонда. Вот. Но если я, например, выиграю у вас все ваши фишки, то у меня не станет мат-ожидание $20. Оно станет там сколько-нибудь 18, 17. Потому что игроки, которые займут там 2-3 место, тоже что-то получат. Вот. Поэтому чем больше фишек в турнире, тем они становятся дешевле. Но это уже тема некоторого следующего урока. Пока мы говорим о величине стека
которая влияет и на шансы банка, и на стратегию розыгрыша. Да, Макс, извините. Да, я хотел сказать, что огромные различия между кэш-игрой и турнирной игрой, где играют многостоловыми и одностоловыми турнирами. Например, потому что в кэше нам нельзя играть стеком там 10-15 блайндов. Мы заходим на слоп 50 блайнд, 30. Поэтому у нас обязательно игра идет по слоп. Ну, в большинстве случаев. А когда мы играем однословные турниры, там хорошая стратегия, это только пушбот. То есть или all-in, или выбросили. Если у нас в стеке 10 блайндов или меньше, мы не можем делать кол или рейз, мы просто ставим или all-in, или fold. Это есть покерный калькулятор, который все это считает, плюс свои действия и минус свои. Это очень сложно, поэтому однословные турниры, чтобы играть, нужно именно знать этот пушбот. Это не так интересно, но есть люди, которые не имеют времени, там турнир идет 15-20 минут, и можно сыграть довольно быстро и короткое время. А мультитейбл турнир, где играет много игроков, там, я считаю, нужно пускать такой мелкий стек, уже ранее что-то придумывать, потому что там дают больше фишек, и есть больше маневров. Давайте пока про величину стека. Безлимитный холдинг, крупный турнир. У нас за столом 10 человек, мы на позиции баттона. У нас 7-8, 7 червей, 8 пик. Очень агрессивная игра. Блайнды 1000-2000. Анте стоп. Анте 100. То есть первоначально банк составляет 4000. До вас все ушли в пас. У вас осталось 5800 фишек. Все остальные игроки имеют большие стейки от 7 до 25 тысяч. Что делать? Такая структура бывает. Блайнды ставят, а анте дают все игроки. Я бы в all-in пошел. Так. Потому что если все что скинулись. А какие остальные карты? Как? Забираешь эти деньги, да и все. Еще пока нет никаких, ну, карт, то есть, никакого флопа. Пока стоят только блайнды. Блайнды стоят 1000-2000. А все выкинули, да, все выкинули, да. Ну, то есть, а что, так бывает, так бывает. Заберу. Вот стоят 1000 и 2000 блайнды. И все остальные игроки выбросили. Ну, а у нас уже осталось 5800. Я пас. Пас. Я бы, наверное, тоже выкинул, потому что если, ну, если я бы поставил лин, если только в том случае, если на блайндах сидят очень тайтовые игроки. Угу. А если на больших, на большом и малом блайнде сидят игроки, которые хорошо понимают стратегию игры с мелким стеком, они нас проколируют почти на любых картах. Угу. Им будет по шансам колировать наш all-in. Потому что я бы выбросил. Угу. А вы бы что делали? Я бы all-in пошел, но с учетом того, что уже и так не особо много шансов осталось с таким стеком, если блайнды уже 1000-2000. Ну, может быть, у вас придет лучше карта за 10 сдач пойти в all-in. 10 не протянешь. А думаю, вы же на баттоне. То есть следующий от вас будет левее баттон. То есть пока к вам придет большой блайнд, пройдет 8 раздач. То есть понятно, что вы свои 5800 в банк, где блайнды 1000-2000, должны будете, ну, на части его не будете дробить ваш стек. Понятно, что вы пойдете в all-in когда-то. Вопрос только сейчас или потом. Вот. Ну, Макса послушаем. Ну, второй вариант тогда пас. Это очень легкая задача на пушбот, то есть all-in или fold. Здесь, хотя мы позиции баттон, но здесь нет fold equity. У нас постоянно оппоненты на любые две карты просто проколируют по шансу. Потому что это крупный турнир, здесь довольно нормальные игроки играют, они понимают, и игра агрессивная. То есть, если оппонента на бланде будет 2-3, он сделает просто кол на самой худшей карте, потому что у него хорошие шансы банка. И нам нет смысла играть 7-8 против любой карты. Ну, я могу сказать примерный диапазон, который здесь будет плюс оставить лин, это от туз-2 и выше, то есть туз-2, туз-3, туз-10 и карты выше. Король-2 примерно тоже можно ставить, там дама-6 и выше, то есть дама-7, дама-8. Валет-8 одномастный, валет-9, 9-10 одномастный, хорошая карта. Возможно, еще 8-9 одномастный, но 7-8 слишком плохая карта. Если у нас было примерно 7000 фишек, можем поставить all-in, потому что есть шанс, что блайнд выбросит. А здесь он точно нас проколит, мы будем играть в сравнении. Так что ты бы пас сделал, да? Да.
И я бы пас бы сделал. Теперь посрамим составителя задачи. All in. Фишек у вас хватает только на пару... Фишек у вас хватает только на пару кругов игры. Поэтому all in будет оправдан практически в любой осмысленной ситуации. В руке мы имеем хоть и небольшие, но коннекторы. И что более важно, 6 игроков уже спасовали. И вы имеете первое слово. Плюс у вас достаточно фишек, чтобы покалечить каждого, попытавшегося вас закалировать, что делает вероятное сопротивление от двух оставшихся игроков маловероятно. Я тоже с ним. Вы согласны? Я не согласен. Я просто... И я тоже не согласен. Такой. Дело в том, что в такой ситуации коннектора ему как раз не понадобится. Да. То есть карта какая-нибудь король-2 разномастная гораздо лучше, чем 7-8. Потому что стрит или флеш он поймает крайне редко. Вот что я думала. И вот почему я пас. Да. И люди, которые часто играют такие позиции, они знают, у них есть прямо перед собой табличка, на какой примерно диапазон рук достаточный для улына в этой ситуации. И точно такая же табличка ответов на такие улыны. То есть на какой руке он может калировать. С учетом того, что у них уже стоят блайнды, этот диапазон ответа еще меньше. То есть он тебя закалирует там на валет 7. И будет стоять гораздо лучше, чем 7-8. Он часто просто может выиграть по старшей карте. Откроется какой-нибудь туз, король, там, 2-3. И валет выиграет просто по старшей карте. Вот поэтому вот по этим табличкам Fold Equity лучше будет подождать следующую карту. То есть у нас достаточно для этого времени, 8 кругов, чтобы пришла карта лучше, чем 7-8. На этот раз у нас одномастная связка. 7-8 червей. И в разгаре турнир мультитейбл, то есть много столов играет. За нашим столом сидит 8 человек. Мы в поздней позиции, у нас тайтовая игра за столом, блайнды 100-200, анте 25, то есть банк до флопа получается 500. У вас довольно много фишек, ну скажем 10 тысяч. Вы занимаете второе место по количеству фишек за столом. Вы давно не вступали в игру, выкидывая мусор. Это, помните, имидж игрока. Они все понимают, что мы ждем хорошую карту, раз мы давно не вступали. На префлопе закалировал один игрок из ранней позиции, очень агрессивный, который имеет наибольшее количество фишек на текущий момент. Ваши действия. Просто не, ваше рассуждение. Что бы вы делали? Я бы пасовал. Вы бы пасовали. Либо же калировал, но точно не рейсы, не улын. Но пасовал по той простой причине, что хоть и одномастный, но маленький. И в любом случае вот, чип-лидер, он всегда ответит. Особенно с учетом того, что он закалировал. Может, у него и плохие карты, но все равно он может попытаться зайти в игру. Поэтому я пасовал. Но с другой стороны, он отвечает, он может пойти всегда, с учетом того, что он чип-лидер, даже не имея хороших карт. Ну, у вас большой стек следующий, как бы за ним. Если вы двинете all-in. Большой стек, тогда бы я, может быть, закалировал. Но ни рейс, ни all-in я бы даже не рассматривал. Да, хорошо, Катюш? Well, честно скажу, я бы поставила небольшой рейс, потому что, в моем мнении, 7-8, еще hearts, это черви, да? Есть шанс, что я могу, как называется, когда все одна маст, это... Флэш, right? Окей, я бы думала, что есть шанс, я могу получить флэш. Есть шанс. Ну, я бы просто тут осторожна была бы. Так что... Давай, Саша. Если у нас была репутация тайтера, если бы мы играли очень тайтово за этим столом, то можно сделать рейс с поздней позиции. 7-8. И тем самым выбить малый и большой блайнд. Если лимпер из ранней позиции, у которого наибольшее количество фишек на текущий момент, он сделает кол, то мы будем играть против его позиции, и мы можем сделать продолжительную ставку на флопе, и он выбросит свои карты. Потому что я думаю, что кол нет смысла делать, потому что против нас играет только один лимпер и два малый и большой блайнд.
нет смысла что-то ловить с одномастным коннектором. Также all-in тоже нет смысла делать. Угу. Не больше, Макс? Я думаю, наше решение будет зависеть от атмосферы, стола, от репутации игроков и нашей репутации, за тем, как ранее происходили раздачи. Но я думаю, что можно сделать и рейз, фишек 800, где-то примерно 1000, имитируя довольно хорошую карту. Потому что, думаю, здесь нет разницы в силе нашей карты. Если у нас будет туз-10, возможно, лучше будет выбросить туз-10 и делать рейз на 7-8. Потому что, понятно, оппонент пойдет только по лучшей карте. На 7-8 лучше будет ловить флоп, чем туз-10. И тем самым скрывая силу своей карты. Ну, а если мы не очень уверены в том, что сможем обыграть его под флоп, можем просто сыграть лимп, тем самым давая хорошие шансы ловить флоп 7-8 одномастный. Угу. Так что ты говоришь небольшой рейс, да? Или рейс, или кол. Или лимп. Да, а рейс хотя бы в 4 раза больше. Ну, давать ему шансы что-то ловить с мелкой парой. Угу. Окей. Ты говоришь большой, небольшой, тоже есть. Номер 3. Он говорит, или пас, или кол. Кол или пас. Да. Okay. А Саша тоже склоняется, что можно рейс и получить выгодную позицию на протяжении всего розыгрыша. Так что ты думаешь, как я думаю, да? Да. Okay. И на самом деле, так, я считаю, что все решения имеют право на существование, включая пас, например. То есть не будет там страшной ошибки, если вы не... Просто карта красивая, на самом деле, 7-8. Вот. Что предлагает составитель задачи? Он говорит, я предлагаю кол. В этой задаче фактически сомнения должны быть между колом и пасом. Конечно, неприятно сталкиваться с чип-лидером, но именно на нем мы и можем удвоиться. Тонкость в том, что у нас довольно большой стэк. Если бы он был хотя бы немного меньше, то лучшим решением было бы или пас, или рейс, в зависимости от величины стека и ситуации. Скажем, при небольшом стеке нет уверенности в том, что вы выиграете достаточно денег, чтобы компенсировать все маленькие ставки, когда рука не придет. А тот факт, что вы долго не принимали участие в розыгрыше, может придать уверенности вашему возможному будущему блефу. Вот. Но мне тоже кажется, что не между колом и пасом, а между колом и рейзом должен быть диапазон наших решений. Вот. Единственное, что рейзом мы можем просто потерять величину рейза, если он с ранней позиции, лимп на какой-нибудь на туз-король на двух тузах, если он вдруг поставит перед нами проблему после нашего рейза каким-нибудь крупным ререйзом, то мы с 10 тысячами фишек не сможем колировать рейз, например, там, в 3 тысячи ререйз. Вот. Поэтому... Если мы хотим играть в турнире надежно, я бы просто закалировал и честно сыграл бы на свои там стрит, флеш, две пары, там что-то может прийти. Вот. Ну что, прервемся на кофе-брейк, потом продолжим? Давайте. Шарм-эль-Шейх. С 13 по 20 сентября. Red Sea Cup 2009. Покер Клаб Менеджмент и телеканал Про Покер представляют выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009. Ожидаемый призовой фонд 1 миллион рублей. Условия участия на сайте tvpropoker.com. Ну что, у меня есть еще задачки, но я предлагаю разбирать их между сдачами. Берите всем по таким по два стека. Кто-то один будет с коротким стеком. Я предлагаю Саше быть с коротким стеком. Он, во-первых, и так много проиграл. И мы представим, что мы играем в турнир, в котором у нас Катя чип-лидер. Я как Дон Карлеоне скоро буду. Можете мою руку целовать.
Мы лучше попробуем выиграть ваши фишки. Давай. Ставьте блайнд. Блайнды у нас будут 50-100. Эти у вас 50? А вы на батоне, да? А я на батоне. О, oh, моя, да? Нет. У вас 50 в темную, а Саша на слово. Я фол. У нас есть один пас. Уже? Да. Ну, дело в том, что... Никто ничего не ходил, да? Ваше слово, да, вот только блайнды стоят. Ваше слово, вот. 500. 500. Я пас. Тогда я пасую. До этого я... Что вы делаете? Мы играем в покер. Плохую карту выбрасываем. На хорошее играем. Катя, ваше слово. Это только мы и вы? Да, только мы и вы. Кстати, этика покера, которая у нас тоже будет отдельной темой, там есть игрок не должен никакими вздохами, ахами комментировать, особенно спасовавший, понял, сообщая другим о том, какую карту он примерно выкинул. Ваше слово. Окей, 500. Надо еще вас попугать. Да, надо. 1500. Карту новую? Нет, 1500. Окей, файн, 1500. От вас новая фишка, от меня новая карта. Окей, 100. О, камон. 5100. Камон. Мен, что ты делаешь? 5100. А-а-а. Не делай это. Почему? No. Могу проиграть? Думаю, что вряд ли. Что у тебя? Мама толстая? Really толстая. Я покажу, покажу. После игры покажу. Ты бы тоже так играла. Окей. Минимум 5000 мне надо сыграть, да? Или пас. Я пас. Пас. Показываем, у кого что было. Окей. Ну, остальные руки. Wait, а нам еще... Можно последнюю открыть? А нам еще одну карту надо открыть. Чтобы, если что, не так обидно было. И пятерка выиграла бы тоже. А почему мы не открыли последнюю карту? Потому что вы пас. Окей, вы так хотите? Да. Ну, смотрите, давайте сразу... У нас есть же фундаментальная теорема покера. Фундаментальная теорема покера. Женщинам фундаментальная теорема покера. Как кость в горле. Смотрите, четыре пики. Восьмерка стрит. Туз. Десятка. Любая карта. Окей. Okay. Я все поняла. Я уже... Ну, извините меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Cool. Чем вообще в покере хороши... Ну, хорошие руки, одномастные, там, связанные между собой крупные карты, тем, что они и часто выигрывают банк, и часто они дают возможность агрессивно играть на флопе на терне, когда у них они придут... Они иногда не только дают возможность, они, бывает, тебя подталкивают. То есть, может, ты... Не стал бы играть, но как-то вот они добавляют тебе какой-то уверенности, наглости спортивной. Ну, тяжело было бороться. То есть большой стек чем опасен, что он грозит смертью любому. То есть я понимаю, что вступая с Катей в борьбу, я рискую всеми своими фишками. Yeah. Это да. Нет, больше это не пройдет номер. Один раз даю, один раз. Так, у нас... Самый маленький стек на блайнде. Ваше слово. На самом деле, вход колом уже очень слабая игра. В турнире либо вы кол играете. Да. Отлично, не успел сказать. Так, а я посмотрю. Я пас. Не могу, Катя, подставляться на плохой карте.
Ваше слово. Еще не закончены. Мое слово, да? Да. 100 надо ставить или больше? Четыре игрока. Чек. Макс, чек, 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 чек. Ну, чека обычно не будет. 100, да, могу? Вы 100, да. Макс, пас. Саша, пас. 100 кол. Король. 1000. В банке 700, ставка 1000. 600 даже в банке. 600, да? Угу. Нет, он поставил 1000. Равнять надо или 1000, или можно еще пас. Полторы. 1500. Да. Две мало, минимум 3. Без проблем. Ну, это андрейс считается. Недостаточный рейс. А что, мне еще поставить? Не, можно поставить или 1500, чтобы заплатить, или если вы хотите повысить, то минимум 3. Окей. Вы хотите заплатить или сколько? Нет, я хочу 8000. Нет, 8 уже нельзя, уже только 3. Окей, damn it. Ладно, не на корову играем. Остальное забирайте. Mm-hmm. Делайте так, чтобы было ровно 3. Okay. Все, открывайте. Вы первая, Катя, вы нападали. Ну. Да. Все сюда, пожалуйста. Second nuts. Second nuts. Первый nuts король пик. Спасибо. Только я чуть-чуть подточил Катин стек. Находятся люди, которые сразу же его реанимируют. Баттон переехал. Вы на самом деле хорошую ставку сделали, потому что больше бы он не заплатил. У него была старшая пара король. И он после того, как пришел туз, он и тузу проиграет. И еще и пика. Пики проиграет. Поэтому 8 он точно бы не платил. Еле-еле добавил полторы. Поэтому у вас такая ставка была, которая, ну, оптимальная. Как считаешь, Макс? Да. Я думаю, если больше, то тут даже можно так блефовать. Понятно, что там, скорее всего, король. И если даже зашел туз, сложно 8 тысяч прокалировать. Угу. Тем более пиковый. Да. 50? Нет, 100. Минимум 100. Окей. Рейс. 350. Пас. Пас. Я уже давно пас. Так что вы вдвоем с Максом. Вы не можно пас, можно кол 250, можно рейс. Окей, кол 250. Два игрока. Ваш ход. И ваш ход, как первый. Вы все время на каждой улице будете ходить первые. А мне минимум ставка какая? Минимум 100, максимум все, что у вас есть. All right, 100. Рейс. 700. Окей, это cool. А еще одну карту мы можем открыть? Еще будет одна и еще одна, но после того, как будут уравнены ставки. Окей, fine. 1000. Это кол 700 или что? Или рейс? Если рейс, то минимум 1400, если кол, то 700. Окей, кол. Кол. Тогда сдача 300, пожалуйста, дайте. Возьмите, заберите 100 и дайте, чтобы было 1400 всего. Okay. Да. Теперь следующая карта. Опять вы первая, Катя. В банке 2100. 50. 1250. Чек бывает такая заявка. Чек, да? Чек. Чек, чек. Чек, чек, чек. Ну,
ты моя очередь, да? Да, тоже можно чек сказать, можно пойти. А пойти мне на 1400, да? Нет, от 100, 100 или okay. больше, сколько хотите. Ну, давай 300. 300. Так мало. Это ты играешь, парнишка. Рейс. 3400. Что делаешь? Что ты делаешь? Фулл хаус поймал. Тихо, фрикин, сидел, и теперь ты это делаешь. Фулл хаус поймал. Это неправильно, ты понимаешь? Забирай. Не, он either играет со мной, интимидация, или у тебя есть чего-то сильное? Можете проверить. Вопрос в том, что надо угадать. $100, открой одну карту. Лучше выбрасывать. Окей, я вижу, что ты хочешь сделать. Ты на сколько? На 3-300, так что мне поднять. 3 много. На 5, да? Окей, давай на 5000. Еще рейс? Я нет, еще минимум раз. 6. Минимум 6 уже поставить. Окей, файн, минимум 6. Я кол. На флеш. Ну а что это за комбинация? Я думала, он меня интимидирует. Так можно кол и посмотреть. У вас же только одна пара. Не надо шевелить. Окей, я поняла твою игру теперь. Все. Ты тихо долго сидел. Теперь я знаю, как ты играешь. Ну, конечно, он играет на хороших картах. Самые лучшие игроки иногда теряют. Файн. Надо забирать. Кать, вот такая получилась у него в конце комбинация. Флеш. Не, у него хорошо. Окей. Не, я поняла. И маленький перерывчик, мы разбираем одну задачку. Я ее озвучиваю, эту задачку. Вы держите туз 10 червей, на флоп приходит 10-7-3. Две бубны, одна черва. Трое остались в банке, то есть в банке около 100. Первый ставит 100, второй пас, вы кол. Следующая карта падает, двойка червей. Ваш соперник ставит 250. Вы колируете, и банк становится 800. Последняя карта валет червей дает вам нац флеш. Соперник чек. Сколько бы вы поставили? 1800 или 500? События развивались 100-100-100. Потом поставили 250 и 250. И в банке стало 800. Вы купили свой флеш. У вас лучшая из возможных рук небитка. И соперник сказал чек. Сколько поставить? Володь, вы сколько бы поставили? Ну, я бы точно не ставил меньше, чем в банке. Я бы, скорее всего, поставил 1000. А если он банк накинет? И... Ну, вы же явно шли за флешом. Да. Купили. Да. Вы же хотите от него хоть что-то получить? Задумался. Ну... Кать, сколько бы поставила? Я думаю, 800 все же. Вот мой вариант 800 был. Я бы 500 поставила. Катя бы поставила 500. Хорошо. Я бы тоже, наверное, поставила 500, чтобы добрать, может, у него 10 валет, там, или, может, валет дама. Угу. Чтобы добрать всего среднюю карту. Здесь очевидный бет 500, потому что нужно смотреть на карту оппонента в первую очередь. У него, скорее всего, средняя пара, и он 800 не проколет чаще всего. Только если мы знаем, что у нас репутация блефовщика и лузового игрока, мы можем сделать себе, имитировать какой-то блеф и сделать... Полный банк 800, как бы мы ставим на пустоте. Но я думаю, в этой ситуации 500 достаточно. Угу. Значит, что предлагает составитель задачи? Он говорит, в таких ситуациях можно даже поставить больше банка, когда трехкарточный флеш неожиданно случается на последней карте. Ну, то есть он же не ждал, что мы за черви идем. Мы это ж могли идти как бы за бубной. Угу. Там же сначала лежало две бубны, потом черви. Да, да, да. Вот. Поэтому для него вопрос стоит таким образом. Либо у вас он есть, либо вы блефуете. То есть какой-то картой, с которой вы могли на флопе колировать, у вас либо есть десятка, либо какой-нибудь недострит, может быть, 8-9, какие-то такие карты. Либо бубновое что-то, что вы собираете. Туз 5 бубновый какие-то, или там туз король бубновый. Вот. И поэтому для него это надо кинуть монетку. То ли блеф, то ли не блеф. Вот если он бьет ну, какой-нибудь простой блеф, бубновый или стритовой какой-то, вот, то ему не важно, сколько колировать.
То есть 500 вы поставите, 800 или 1000. Всем абсолютно ясно, что вы изображаете именно флеш. Ну, то есть с какой-нибудь просто десяткой вы бы сами боялись бы флеша червового. И не, ну, не могли так ногу поставить. Потому что если он, у него флеш, и он переставит вас, то десятка должна выкинуть. Десятка просто должна сыграть кол, или если ей там не страшно, сделать какую-то доборную ставку в размере там 200, 300, 500. Вот. И поэтому для соперника нет разницы, что именно у него в руках. Пара, две пары или стрит. Либо вы его побеждаете флешом, либо проигрываете блефуя. Вот. И поэтому, если почти все руки играбельные, на которых он же поставил сначала 100, потом 250, если у него что-то есть. Вот. Ну, а составитель считает, что наибольшим от ожидания вы получите, поскольку он бросит монетку и выкинет также и на 500, если подумает, что вы собрали флеш. Вот. А если подумает, что надо открываться, то он заплатит и 500, и 1000. Вот примерно такая логика. Можно ее принимать или не принимать. Ну, вот такие соображения. Я считаю, что просто полезно учиться вот так вот рассуждать на ривере. А вот сколько поставить? Я согласен с составителем задачи. Я считаю, что в тех ситуациях, когда мы купили к нацу, вот, и особенно если есть там какие-нибудь еще там стритовые возможности, вот, то лучше поставить больше банка. И это тоже, кстати, такая теоретическая заготовка. Могу вам рассказать такую сдачушку. Рейс от двух десяток с ранней позиции колирует туз валет треф. На флопе приходит как-то так две трефы и на стрит. Сейчас я вам туз валет треф. Ну, какие-то король. Типа дама 10 какие-то вот так вот приходит. Типа дама 10 и там что-то еще. Ну, не знаю, пятерочка какая-нибудь. Ну, сет десяток атакует полным банком. Баттон кол. И открывается сначала открывается король. Просто король какой-то. Десятки чек. Баттон атакует там, не знаю, двумя третями банка. Десятки опять кол. И падает какой-то падает трефовый бланк такой, вот как-то так вот. Десятки опять чек. И баттон ставит больше банка. Примерно полтора банка он поставил. И логика такая, что десятки показали, что десятки выкинули. Они были друзья между собой. И, похоже, может быть, даже вместе разрабатывали эти стратегии. Но смысл такой, что колировать уже готовый стрит может только очень сильная комбинация, либо сет, либо с выходами там, ну, какие-то на флеш. Mm-hmm. Ну, скажем, не знаю, король был трефовый, там с дамой, там что-то, ну, не знаю. Короче говоря, в диапазон рук возможный от вот этого первоначального беттера попадает некое количество стритов и флешей, то есть сильных комбинаций. Потому что заплатить тебе вот на такой доске после той секвенции заявок, которая была, последовательности заявок, может только сильная рука. Стрит, флеш или минимум сет. Вот. Поэтому ты чаще доберешь, там, этот анализ можно по Харрингтону просто провести, что, скажем, есть 20%, что заколирует старшая пара последнюю ставку, если маленькую. Есть там 50%, что заколирует там сет там среднюю ставку. И есть там 30%, что ставку в полтора банка заколирует флеш или стрит. И вот вам от ожидания получается, что большая ставка выгоднее. Да? Ну, если, например, у нас флеш, у него младший флеш, мы сделаем ставку в полбанка или чуть-чуть меньше. Чтобы он еще да, может переставить даже флеш. И мы намного более доберем. Также полбанка мы можем добрать даже с дама валет, дама 10. А полтора банка, он выбросит дама 10, такую карту дама валет. Возможно, они, когда разрабатывали вот эту идею, не рассматривали, ну, такой переворот, вот, в ответ на который же может быть еще один расчет, там, а мы опять перевернем, и будет ли он платить или нет. Вот, то есть, если он подумает, что блеф, и у него свой флеш какой-нибудь неплохой, он и так может перевернуть.
А если вы сделаете маленькую ставку, и он сам поставит вот этот размер 1500, ну, скажем, с переворотом, вы 500, он 1500. Сколько он будет добирать? Если вы после этого увеличите, то он уже не заплатит на маленьком флеше, правильно? Поэтому если у него флеш, так лучше взять инициативу и самим поставить 1500, потому что он, ну, он же не 100% перевернет. А если у него флеш, то он 100% заплатит, правильно? Ну, как мы считаем. Я считаю, что если он флеш, и мы поставим полбанка или меньше, он больше, чем 80% он перевернет. Ну, 80 все равно не 100. Да? Я думаю, это очень спорная раздача. Нужно знать побольше оппонента, как мы играли. Потому что действительно можно поставить банк и взять флеша и добрать сета еще иногда. А иногда можем сделать небольшой бет, а оппонент еще может нас переставить даже с сетом или просто блефовать, как вот я 108 мы играли только что, я сделал даже большой очень рейс. Ну, просто поставил, так и думал, что меня, скорее всего, проколируют, но мне еще пошел рейс, и я добрал. Иногда и рейс лучший ход, иногда небольшой бет. Нужно уже по ситуации смотреть. Да, сильно зависит от оппонента. Так, последняя задачка у нас сегодня. У нас две десятки. Безлимитный холдом кэш, ранняя позиция, блайнды 24. Вопрос. Вы сидите на четвертой позиции из 10 игроков. У вас всего 400. Это средний стек. И вы новичок за столом. Вы поднимаете первым до 10. Колирует баттон и большой блайнд. На флоп приходит 3-7-2. Большой блайнд чек. Вы ставите 70% от размера банка. И вашу ставку принимает только большой блайн. На терне приходит восьмерка пик. Ваш соперник играет чек. Что делать? Я играю чек. Так. Кто еще? Давайте, Макс. Я согласен с чеком. Но я сразу, когда я делаю чек, я думаю, что я буду делать на ривере на пятой карте. Это обязательное решение. Поэтому я делаю чек. Если на ривере оппонент поставит, то чаще всего сделаю кол, потому что может быть, скорее всего, блеф. У нас достаточно сильная карта, чтобы выбрасывать. Если там будет флеш, так уже и будет. Но если сейчас мы поставим, тогда что делать на рейзе? Это действительно карта, которая может имитировать флеш и сет. Поэтому лучше всего сделать чек и сыграть от защиты. Я буду уже сделать чек. Да? И составитель задачи сделал бы чек. Вот что он пишет. Чек. Если вы сейчас сделаете ставку, то ее, скорее всего, примут только с выигрышной рукой. То есть у вас примет эту ставку, скорее всего, рука, которая вас бьет. Лишняя бесплатная карта для вас будет менее опасна, чем немедленная ставка, когда сила вашей руки сильно уменьшилась. Кроме того, ваш чек позволит более точно определить силу карт соперника на ривере и определить, достойна ли ваша рука продолжения игры. Ну, например, там, кола какого-то. То, что мы ему даем бесплатную карту, это, ну, как бы, меньший риск. Ну, может быть, он купит свой флеш. Следующий, на ривер. Может, у него только одна пик. Вот. Ну, все, такая простенькая задачка. Напомню, что у нас следующая тема, не менее интересная. Следующая тема – это противостояние готовых и прикупных рук. Ну, готовая рука и дро.